ты кто? Я Блэк Кристал. А ты вообще кто? Я Брайт Кристал. А почему у нас одинаковые фамилии? Ты, видимо, из параллельной вселенной. Какая к черту параллельная вселенная? Ты бредишь, девочка. Вали обратно в свою вселенную. Мне не надо объединение души. Какое нахрен объединение души? Это когда ты и я объединяются в одно целое. Слушай, я не хочу никакого объединения души, я хочу домой. Но я не знаю как. Ладно, пошли в магаз, а потом я тебе скажу, что делать. Какой-то странный это магазин, у нас не такой. Как до тебя не допрет, ты в параллельной вселенной. Вон, иди, лучше шмотки себе возьми, а то не в этом же тебе ходить. Да господи, что же здесь происходит? Господи, что здесь за одежда? Да нормально ты выглядишь? Ну знаешь, мне здесь только понравилось то, что можно изменять размер волос. Ну поздравляю, хоть что-то тебе понравилось. А теперь пошли со мной, я тебе кое-что расскажу. Ладно. Ну и что ты мне хочешь здесь объяснять? Не я буду объяснять, а моя подруга. Ну хорошо. Чё вы ссоритесь? Она мой байк. Мой байк забрала. Байк-то мой. Блэк, какого ты хрен тут вообще забыла? Я тут девку из параллельной вселенной привела. Чё? Я её привела из параллельной вселенной. Ну не я, она сама упала. Да поняла я, поняла. Это Агнесса. Это Шерли. Она Врайт. Да, понятно. Её надо вернуть обратно. Что? Блэк, почему ты не хочешь сделать объединение души? Этот дурацкий совет опять будет лезть не в своё дело. Что за совет? Все, кто объединяется душой, попадают в совет. Ясно. Ну а так что нужно сделать, чтобы попасть домой? Да так, ничего, просто надо пройти несколько испытаний на смелость. Видно. Что за бред тут творится? Не тырь мою фамилию, сука! Я Врайт... Почему она, блядь! Я, блядь, кринтаю, блядь! Подмышки? Подмышки? Блядь, такие бритые подмышки. Оу! Ты отнял, сука, мой байк, отдай его назад! Типа такой, блядь, не надо, нет, не трогай меня за шкирку! Нет! Вот. Поняли, короче? Типа такого. Типа,